Такого никому не пожелаешь. Полгода назад Надежда Корсун лицом к лицу сошлась с коронавирусом. Подумала, простуда. Но первое мнение оказалось ошибочным. Температура не спадала, болели мышцы. Обратилась к врачу, сделали тест. Результат – положительный COVID. Затем самоизоляция, лечение. И вот уже прошло 3 месяца. Без каких-либо сомнений решила прививаться. После того, как я переболела, у меня уже никаких сомнений не осталось, чтобы обязательно пройти вакцинацию. Я пришла, и вся моя семья пришла сюда на вакцинацию. Мы сделали вакцинацию и остались довольны. Вакцинация прошла у нас в легкой форме. Все больше бобруйчан приходят к выводу – вакцинация – это необходимость. Даже люди с хроническими заболеваниями появляются на пороге прививочных кабинетов ежедневно. Конечно, есть и те, кто пока сомневаются. Но не стоит беспокоиться. Перед уколом – осмотр врача. И сегодня мы прививаем людей и с хронической патологией легких, и с сахарным диабетом, и с хроническими заболеваниями почек, и даже с онкопатологией. Практически единственным противопоказанием является тяжелая аллергическая реакция. Да, есть еще временные медотводы. Это острая респираторная инфекция. Сейчас в Бобруйске на выбор 3 вакцины. Двухкомпонентные гамковитвак и Синофарм, а также однокомпонентная Спутник Лайт. Горожане делают осознанный выбор. Одни опираются на опыт знакомых, другие – на личный. Я пришла прививаться, потому что мы всей семьей переболели в июне этого года коронавирусом. И достаточно тяжело. А какие последствия у вас были после коронавируса? Ну, честно говоря, не очень хорошие. И головные боли были сильные, и кашель тоже остаточный. Хотя имею ряд хронических заболеваний, я решила для себя сделать прививку, потому что считаю, что в настоящее время это самый выход из этого положения, потому что болела очень сильно. Я пришла проконсультироваться с врачом. 2 прививки я уже сделала. У меня есть ряд хронических заболеваний. И 3 месяца назад я уже сделала прививки, я перенесла хорошо. Но сейчас я хочу проконсультироваться про ревакцинацию и сделать 3-ю прививку. В 3-й поликлинике для желающих привиться двери открыты ежедневно с 8 до 19 часов, в субботу до 15:00, в воскресенье с 9 до 13. Кабинет 103. С собой нужен только паспорт. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.